День 7 ноября – красный день календаря. Эти строки Самуила Яковлевича Маршака в Советском Союзе знал практически каждый. Долгие годы день Великой Октябрьской социалистической революции был национальным праздником. В стране проходили военные парады и массовые демонстрации. 15 лет назад эта дата стала памятной. Узнаем, что помнят об этом дне саровчане. С революции. Праздник советский, как он назывался официально-то? Ну, революция. Знаешь, что революция? 7 ноября революцию, Великую Октябрьскую социалистическую. Ну вот сейчас это как выходной праздник или просто памятная дата? Для меня праздник и памятная дата, и праздник. Честно, не знаю. Не помню. Ну, что ж, ничего страшного. Скажите, пожалуйста. День Октябрьской революции. Ну, праздник, к сожалению, я уже забыл. День 7 ноября, красный день календаря. А что посмотри было? В свое окно, все на улице красно. Вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет, там бежит трамвай. День Великой Октябрьской социалистической революции. Скажите, а сейчас его часто вспоминают? Не уверена, не спрашиваю, но мы отмечаем, тетка у меня отмечает. Дед у меня был коммунистом и всегда ходил на демонстрацию на ноябрьские праздники. 7 ноября – день пожилого человека. У нас и 4 ноября непонятно какой праздник, и 7 ноября тоже забыли. То есть праздников как таковых у нас не осталось почти. Остались 9 мая и Новый год. Ну, 8 марта еще. Наверное, все.